И снова привет, народ, мы тут пытаемся бункер зачистить, это довольно-таки сложное занятие, оказалось. Все, заполняем ФАУ-2 топливом, и у нас взрывчатки не хватает, чтобы взорвать, если вы только что присоединились. Поэтому, ребятки, подписываемся, лайкаем. Это не потому, что взрывчатки не хватает, нет. Просто. Потому что это круто, подписываться и ставить лайки. Это радио вообще нам никак не помогает. Это, слушай, немцев. Отлично, теперь размещай бомбы. Черт. Немцы идут бомбами, меня сейчас тут убьют. Что-то наш стреляет из пулемета, я уже думал враг. Мне хоть найдется тут и одно место. Черт, это не наш пулеметчик, как? Почему он меня не убил тогда раньше? Ладно, я снова идем на выход. Да, легкого выхода на выход не бывает. Да, сейчас мы сделаем все аккуратнее. Откуда вы бьете? Я ведь всех убил. Кстати, они нашлись. Кстати, я не могу... Нет, не могу взять пулемет. Хотя я бы взял. Ну, это враг? Скэшер враг. Иди умри. Левый фланг. Отлично, теперь размещай бомбы. Черт. Давайте, чтобы это больше не повторялось. Сохранения нужны только в цели того, чтобы не повторять пройденное. Их три, а не четыре? Мне казалось, их четыре. Да. Круто, во имя ФАУ-2. А что в Северном Москве? Там шоколадки раздают? Кто плохо себя ведет? Что-то, а куда нам идти? А, вон. Куда. Давай, давай! Даю, даю. Нам в северный бункер или через него? Мне казалось, там, кстати, мина тихнула. Следующую. А, за русских. Ну, последняя. Вот это точно последняя. О, черт, какое утомление. Колда утомляет. Евгений Евсеев, ты такой. Валил того снайпера, то есть того пулеметчик. Так где все остальные твари, черти? Прячетесь. Надо уничтожить эти зенитки, чтобы дать пройти. Ну вот можно так. Что, кстати, они убегают? Черт! Томат! Томат! А, да, там сейчас пройду. Так. Минировать эти танки? Не, я не буду. Давайте пусть наши танки поработают с ними. Теряли танк. То, что надо.
прям для статистики. Там всего лишь один танк, я думал два. Ладно, давайте сохранимся и попробуем прорваться к нему. Мы в Берлине уже, что ли? Почему все похоже? А, ну да, забыл. Старая игра, поэтому все похоже. Локации похожи друг на друга. Черт, что выглядит отсюда. Так, сейчас надо этот танк грохнуть. Вижу, он меня в лоб не расстрелял. Может, не видно. Да там сейчас уже умрет наши парни. Ладно, все, всех убили. Один герой остался. Потом ведь засудят, типа, всех ты убил. Ладно, мы в Берлине, это уже радует. Че ты откуда? А, ну... Где сидите? Для этого попша хорош, для зачисток. Им чистить удобно. Вперед, 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 укрытие! Это что, Рейхстаг? Нет. Не похож. Не верю. Хорошо. А, это Рейхстаг. Черт. Какой-то он не внушает доверия. Кстати, вот Medal of Honor, он не знаю, почему я постоянно говорю в той игре. Просто ностальгия, я в нее долго играл. Снимаем примешку пока. Там не было штурма Рейхстага, там был штурм немецкой башни, который, в принципе, я не помню, в реале, по-моему, их тех башни не было. Не знаю, были ли они или нет, но, по-моему, они были только в проекте башни защиты Берлина. Наши танки скоро пройдут. Что вы имеете в виду под ураганом? То есть мне выйти из укрытия? Не, не выйду. Опасно. Где за танк? Частиц, конечно, немного тогда было. Играться стали. И все равно как-то поэпичнее это выглядело в World at War. А в Company of Heroes это было вообще не так. Хорошо, но не эпично. Хотя прикол в том, что Рейхстаг никогда не использовался. То есть не то, что никогда, а уже не использовался при Гитлере, по-моему. Перестал его использовать, это было как сейф. Вот там Гитлера не было, Рейхстаг, пока он там, помните, как заседания парламента были. Видите, заседать здесь можно. Места есть. Я заседаю. Я засел. На крышу забраться. То есть то, что я встал на... за кафедру, мне не помогает. А! Все круто. ХП нету вообще. Того и умер. Потому что нет, ХП, кстати, сохранился не зря. Что бы я делал без вас, дорогие сейв-геймы?
Без ХП, ребятки, никуда. Без ХП тут как на ветеране. То есть тебя мочат с одного выстрела. Практически с одного. Каждый раз умираю, узнаю новым врагом. Сохранимся еще раз, ребятки. Ну, вы знаете, как я это люблю делать. Вперед, вперед, вперед! Не останов... Ой, я ловлю кайф в сохранении. Кто-нибудь возьмите флаг. Я руки занял. Ну, тут врагов уже немного. Вы правильно сделали, не надо делать уже несложно, особенно финально. Что нет, назад, вперед. Но мы на рейхстаге, куда назад? О, красиво. Сюда лучше бы забрался, кстати. Или туда, на самую крышу. Демченко. Круто. Мамочка. Знамя нашей Родины уже несколько дней развивается над Берлинским Рейхстагом. Похоже, что война наконец подошла к концу. Враг уже почти не сопротивляется, я скоро вернусь домой. Здесь повсюду немецкие военнопленные. Сегодня я переправился через немецкую реку Эльбу и пожал руку американскому солдату. Хотя я не понимал, что он мне говорит. Мне казалось, что я встретил брата, и, по-моему, он чувствовал то же самое. Ну да, брата по войне, что ли. Брата по оружию, точно. В принципе, это все, я думаю, мы прошли игру. Начать задание. А у нас что, есть задание? Нет, это не задание, это титры. Это нам показывают начало, как мы прыгали с парашютом. В общем, в принципе, мы прошли игру, ребятки. Пишите комментарии, как вам игра. Ну, как мне игра. Понравилась. То не совсем так. Так-то понравилось. Да, она хорошая, все в ней. Но дело в том, что она немножко скучновата. Я думаю, вы все согласитесь, что... Она немножко скучноватая, могла быть повеселее, поинтереснее и так далее и тому подобные признаки. У нее могли быть так-то скучно, не нравится. Она хорошая, да, потому что это Call of Duty. Но я в Modern Warfare играю с гораздо большим удовольствием, чем вот в эту. Вот, естественно, она старая игра, они не все интересные. Многие из них по геймплею хорошие, лучше, чем современные. Но по сюжету, конечно же, бедноваты. А для меня сюжет-то важно. Я люблю, когда сюжет, какое-то действие, стимул, а когда ты просто тебе дают задание зачистить вот это вот и вот это вот. Ну, такое ощущение, блин, такое ощущение, что меня кинули просто без дела и сказали, а займись чем-нибудь. Ну, что тут сказать, такие были времена, сейчас, конечно, все по-другому, сюжет во главу угла обычно ставят, а потом уже геймплей и все остальное. Слава богу, я очень рад, вот мне раньше не нравилось, что в играх толком сюжета-то нет. Но японцы давно уже обошли, у них сюжет был с 90 какого-то года, у них с 80-х годов в играх сюжет уже был какой-то. Внятный, интересный, весь такой из себя. В общем, спасибо за просмотр, народ. В следующий раз я не знаю, что мы будем играть, без понятия. Вот без понятия, сейчас закрою игру. Без понятия, во что я буду играть в следующий раз. А вам спасибо и пока.